наши красивые озера и туман. Днем тепло будет. Ожидаем тепла. Деревни, походу, проезжаем. Он собакам не спится. Зараза, прям под машину бежит. А! Стукнули. Нет, это с нами. Едем и едем в соседнее село на дискотеку. Вот наши любимые просторы. К речке свернули. Какое туманище. Едем по кочкам, по прыгочкам. И солнце, гляньте, какое краснющее. Ветрюха будет, наверное, днем. Какое краснющее солнце. Яркое такое светит, краснющее. Глазом своим. Выползаем. Какая красота. Ничего еще не поймали, но радуемся заранее. Да глянь, воды сколько ушло. Это вымыло, так намыло, видишь? Вымыло. Глянь, вот здесь песка не было, здесь столько песка вверх подняло. Тут же было ровное подъем, а теперь видишь, какой резкий спуск. А как оно намылось так? А так вот. С ума сойти. Здесь прям до самого этого берега можно было ногами дойти. Теперь ну, в смысле, плоско. А так сейчас, гляньте, прям обрыв получился. Как теперь оно так? Пойдет сюда. Как оно так делается? Прикольно. Ладно, начинаем выкладывать снасти помаленьку, по чуть-чуть. Красотень какая, да? Ославьи. Кукушки кукукают. Вообще кукуют только самцы, когда готовятся искать пару. Кукушки не кукуют. Будем знать. О, славей как раздираются. Комары, конечно, тоже раздираются. Колдуем себе. Так. Собираем не спеша. Короткий полет. Кстати, надо... Раньше мы раньше выезжали. Вон там черт. Но в этом году первый раз попробовали в 4 выползти. Поэтому еще у нас здесь ничего не приспособлено, еще руку не набили. В сторону кинем. Еще пробуем все делать. Первых опарышей засандаливаем на крючочек. В этом году мы ловили на красных крючках. Я не знаю, в чем дело, в крючках самих, в цвете красном. Но ловилось хорошо. В этом году у нас красных нет пока. Пробуем на обычную. Прикормочка. Ну еще, говорю, без приспособ. Первое. Заброс будет совершаться. Давай, Саныч. Ни пуха, ни пера. Или как там говорят? Ни хвоста, ни чешуи, чтоб поймалось 10 раз больше. Ну, первое, ничего страшного. Первый раз вытаскиваем. Да, первая. Она запуталась, зараза такая. Мелочь какая. Пискарь твой. Пискарь мой любимый. В том году заколебали эти пискари. Пиздец, путается нахуй. И запуталась. С этой хуйней сейчас переделаю. Забрасываем. Пискарики эти... Дурацкие в том году заколебали в одном месте. Одни пискари шли. Пришлось место менять. Но пискарь, это они же до такой степени крохотулечные. Как почти на том берегу. Неужели опять пискари к нам приперли? Заколебывают. Ничего, но так дергало хорошо. Ну ничего, первый раз в этом году. Ничего, это тоже результат.
Ну, пискаренок маленький долбанул, значит, здесь рыба есть. Может, не здесь, но чуть рядом где-нибудь. Вдоль берега со спиннингом сейчас бегать нельзя. Инспектора у нас в этом году на джипах, на крутых, на здоровых таких летают. На прицепах у них стоят лодочки. Они где на машине, где на лодочке. Так что с проверкой. Спиннинг сейчас запрещен до 10-го, пока нерест идет. Первая в этом году к моей парне сожрали. Ничего, пустая, но проверяем. Надо корм подкидывать туда-сюда. Был коротенький поводок, стоял на фидере. Поменял на более длинный. И поймалась плотвушка. Раньше мы здесь, да, на длинные поводки ловили. Бля, какая здоровая. А это коротенькие на пробу поставили. Обрывище, говорю, в этом году намыло. Здесь вот до кустов вода была. Песка понамело. Нанесло, вернее, на том берегу. Вот там завал. Он в воде в том году, вот куча лежала. Вот этих деревьев. А в этом году вон аж куда их закинуло. Это какое же течение здесь было офигенное. Море волнуется раз. Во-первых, поближе я сел, наверное, да. И поближе, да, сделал. То было чуть не на том берегу. Вот их. Вот так хорошо будет. А в том году дед на том берегу ловил. Не здесь. А это, да, чуть подальше. Вдоль. Хотелось, я говорю, пока... Соберусь, все птички эти туда-сюда зикают. Нифига не видно, солнышко светит прямо в глаз и не вижу ничего. Напарились, нажарились. Уже жарко прям сегодня, хорошо. Домой собираемся. Что-то там на первый раз поймали. Ну и что? Я считаю, для первого раза это идеально. Какого серого я вот ищу? Вон они лежат. Чуть большая какая-то. А, вот. Вон она, ага. Дорогой. На первый раз хорошо. Вот здесь этих, как называют, утины. На первый раз я считаю, это нормалек. Она даже заходить не хочет. Толстая. Ладно,
До следующей встречи.